Республика наконец-то услышала мольбу Вуки о спасении их родины, планеты Кашиик. Трандашане вторглись на планету и устроили там ожесточенную работорговлю не без помощи вооружения сепаратистов. Союз этих двух сторон не может не настораживать. Утомленные сражениями члены отряда Дельта отправились на опасную миссию спасения. 785-й день войны клонов. Кашиик. Добро пожаловать на Кашиик. Благодаря данным, которые вы получили на десантном корабле, отношения между Республикой и Вуки заметно наладились. Нас попросили помочь разыскать их вождя, Вуки по имени Тарфу. Все эти годы он сражался с работорговцами. Два дня назад, во время одного из его дозоров, на него напали. Вуки посчитали его погибшим. Тем не менее, недавно мы взломали трандашанское сообщение, в котором указывалось, что Тарфу в плену. Имейте в виду, что это скрытая операция. Он все еще жив и находится в лагере работорговцев, здесь, на Кашиике. По крайней мере, у вас будет элемент неожиданности. Удачи вам! Добро пожаловать на Кашиик, друзья! И на мой канал! Иван Владимирович у руля, командует отрядом Дельта и так далее и тому подобное. Понеслась. Лагерь Трандашан находится в нескольких сотнях метров южнее. У нас нет данных о системе защиты в лагере, так что будьте крайне осторожны. Надеюсь, просто так они не сдадутся. Разговорчики, седьмой. Вперед! Уничтожьте их по-тихому, Дельта. Впереди ящерица, сэр. Подготавливаю оружие. На позиции. Еще один трандашанин убит. Зона захвачена. Дельта, красиво вышло. Построиться для наступления. Есть, сэр. Занять эту позицию. Построиться для наступления. Продвигаемся правило дальше. Правило 23. Никогда не отправляйся на службу на пустой желудок. Война, война и обед по расписанию, да? Перемещаюсь на позицию. После трандашанки лагерь. Применить снайперский огонь, сэр. На позиции. Больше смахивать на крепость. Чувствую, ракетные турели. Ликвидировать цель. Дельта-62 перезаряжается. Я хоть и ранен, но ударить пока что... Меткое попадание. Дельта-38 выполнено. Только так и тут можно уничтожить, потому что спереди силовое поле. Этот больше не поднимется. Ты, к бахте, живо! Лечусь с помощью бахты. А гранатки мне еще пригодятся. Бахта творит чудеса. Чем дальше, тем лучше. Теперь поработаем над этой дверью. Продвигаемся дальше. Есть, сэр. Чем дальше, тем лучше. Теперь поработаем над этой дверью. Будет сделано. Отряд Дельта, я засек множество признаков жизни, сходящихся к вашему месту. Впереди ящерицы. Ликвидирую. Дело сделано. Отлично выполнено, сэр. Перезаряжаюсь. Граната сейчас рванет. Что-то я даже не понял, что произошло. Можешь принять вахту, Дельта. Уже иду. Седьмой готов идти дальше. Ребят, что сейчас было? Какие-то макаки лезут. Плюс еще один. Вскрыли главную дверь. Многовато для тех, кого застали врасплох.
Прямо за рискорой. Приготовиться, отряд Дельта. А что? Иду в укрытие, жду приказаний. А что, раньше было несколько? Проклятие, наш путь к отступлению отрезан. Они на мостиках. Нам здесь не продержаться. Бегом к двери. На них выйдет пост, это ловушка. Советник, вы попали в западню. Не теряйте голову, Дельта. Рядом с вами есть люк технического туннеля. Найдите его и подорвите. К нам приближается гранаша. Стреляйте, босс. Тогда где я этот... А! Я нашел люк. Да уж, на парадный вход это не похоже. Куда ведет этот туннель? Какая разница, лезь бы подальше отсюда. Сейчас скажу. Он ведет к посадочной площадке. Подорвите путь, выбирайтесь оттуда. Отлично стреляешь, Дека. Вот теперь выбираемся. Советник, мы дошли до посадочной площадки. Я отсылаю вам координаты. Отлично. Зачистите посадочную площадку и продвигайтесь дальше в лагерь. Кстати, вы знали, что в этой главе на Кошике можно самого генерала Гривуса увидеть? А! Не каждый знает. Что? Это не я. Брандашанские наемники. Дельта, если попасть под этот прожектор, то автоматически включится сигнал тревоги. Отряд, держитесь подальше от прожектора. Что за... Метки выстрелы. А сломать прожектор не, не подумали? Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Есть, сэр. Отсюда вам необходимо войти через главный вход лагеря. Двери заблокированы. Дельта 38, в этих стенах полно уязвимых мест. Найдите одно из них и подорвите. Ремесленники с них никакущие, согласны? Отряд, ищите путь дальше. Мусорщики. Допустим, так а чё взрывать-то? Есть чё взрывать? Хоть покажите. Слегка архитектура, вид эта стена не такая уже и прочная. Снесём-ка её. Дайте мне пару секунд. Чё за... Чё сейчас было, мать вашу? Отходим, Дельта. Ну что ж, теперь они знают, что мы здесь. А до этого не знали, да? Нет, сначала вы меня возьмете. Получай, фашист, гранату. О, погоди-ка! Я всегда восхищался арбалетом в руке. Изящность и огромная мощь в одном оружии. Хо-хо-хо! Мы их уничтожим, отряд Дельта! Отряд Дельта! Мы засекли неопознанный корабль, садящийся рядом с вами. Поднимитесь на вышку и рассмотрите его. Дельта 38. Прием, Дельта 38. Кажется, отряд Дельта ликвидирован. Я не совсем понял, что произошло. Что-то я как-то увлекся. Советник, мы дошли до посадочной площадки. Теперь я отсылаю вам координаты. Отлично. Зачистите посадочную площадку и продвигайтесь дальше в лагерь. Что? Это не я. Впереди ящерицы. Прожектор уничтожен.
Меткое попадание, босс. Отсюда вам необходимо войти через главный вход лагеря. Дверь заблокирована. Шифер. Дельта 38, в этих стенах полно уязвимых мест. Найдите одно из них и подорвите. Ремесленники с них никакущие, согласны? Отряд, ищите путь дальше. Дроид уничтожен. На вид эта стена не такая уже и прочная. Снесем-ка ее. Стой, ублюдок! Летать-то легко, а вот будет земляться. Рычатка установлена, сэр. Назад! Ну что ж, теперь они знают, что мы здесь. Седьмому нужна помощь, я уже иду. Я вернусь. Ликвидировать цель. Оказываю помощь всем на всех. Для меня это было просто удовольствие. Что-то как-то... Ты стреляешь, Дельта. Спасибо за помощь, Дельта. Маленько тяжко как-то. Они на мостиках! Дельта-лидер, трандашане удерживают пуки в здании с антенной на крыше. Давайте возьмем туда и спасем парочку пуки. Иду в укрытие, жду прибегания. Что за? Я всегда восхищался арбалетами Вуки. Изящность. Почему они не умирают? В одном оружии. Это не займет много времени. Если ты, конечно, умеешь стрелять. Мы достигли неопознанный корабль, садящийся рядом с вами. Поднимитесь на вышку и рассмотрите его. Проблемы, командос. Одного убрать, командир. Прочь с дороги. Дельта 40 перезаряжается. Не стреляют. Можете идти. Принять бакту, Дельта. Вас понял, применяю бакту. Есть, сэр. Уже иду. Уже иду, лидер отряда. Командос вылечен. Ах, перемещайся в укрытие. Бакта творит чудеса. Охренеть. Что сейчас было-то? Какая-то хаос, суматоха. Неопознанный корабль сейчас прямо над вами. Дельта, лидер, передайте мне изображение этого корабля. Советник, я отсылаю вам данные с изображением корабля. Вы его узнаете? Это корабль генерала Клибуса. Военачальник армии дроидов? Что он забыл на кошельке? Найдите центр удержания рабов и освободите Вуки. Требуется прикрытие, отряд. Давайте уничтожим это препятствие. А как там? Красный, красный, зеленый? Или красный, зеленый, красный? Метка стреляйте, сэр. Взрывчатка установлена, сэр. Хорошая работа, ДК. Дельта-лидер, это центр удержания рабов. Тарфул должен быть здесь. Вперед. Давайте найдем Тарфула. Перемещаюсь на позицию. Витайте гранаты отсюда, Дельта. Наемники. Есть, сэр. Цель под прицелом. Сжигающие плоть. Осторожно! Это трандашанин. Еще один убит. Ликвидировать цель. Мне нужна помощь. Приближается граната. Да, не подтверждаю. Повезло, повезло.
прошлый раз мне такая тварь нервов попортила. Вывести его отсюда. Сломайте систему безопасности Трандашан, чтобы открыть эту камеру. Держись, великан. Мы поможем тебе выбраться отсюда. Спасено одного. Мы не можем пройти через дверь. Они ее заблокировали. Наш дружок, кажется, немного не в себе, босс. Но я бы не сказал, что немного. Это его личное. Этот убит. Отлично. Дайте мне пару секунд. Рассредоточься. Укрытие. Красиво. Впереди ящерицы. Направляюсь в укрытие. Так, ладно, а что насчет двери? Занять бронебойную позицию, Дельта. Уйдите с линии огня, Дельта. Осторожно, это ловушка. Ну как ловушка? Я догадался, что какая-нибудь херня да произойдет. Сэр, нельзя было умирать через попытку, сейчас только этого не хватало. Я сейчас вернусь, не волнуйтесь. Факту! Это сорт попали. Теперь ты мой Радашан. Это тварь мертва. Вам помочь, сэр? Ну так помоги. Чего спрашивать-то? Вручаю это сорт. Тяжело бронированная тварь. Ты, бабки, жив! Нет, благодарю. Что, опять? Еще один убит. Да это 40 вылечен на 100%. Ах, да. Жду ваших приказаний. Ох, жесть. Найден еще один выживший. Такой же большой. Это Тарфул? Нет, это не Тарфул. Он сказал, что Тарфула убили несколько минут назад. Он здесь был, в соседней этой. Взломать этот терминал, Дельта. Смотрите, как работает профессионал. Ну давай, давай, похвастайся ее. Давайте его выведем своим отсюда. Длинным... навыком взлома. Почти пошел. Спасено двоих вуки. Ладно, дружок, найди себе какое-нибудь оружие. Дверь забаррикадирована. Я не смогу сдвинуть преграду. Уверен, что вуки сможет. Видишь, я же тебе говорил. Благодарю за помощь, Павел. Куда он пошел? Проклятие, он направил-то прямо под прожектор. Что он сказал? Потом, отряд Дельта. Теперь все внимание на Тарфула. Приготовьтесь к сражению, Дельта. Эта вышка кишит работорговцами. Проверено, вышка полна трандашан. Подождите, сейчас перезаряжусь. Трандашанина убрал. Начать процедуры с бакты, Дельта. Есть, сэр. Этот убит отлично. Хорошая работа, Дельта 38.
А ты что тут не ныкаешься? Еще один убит. Это 60-20, бой готов. Дельта 40 направляется в укрытие. А на данном этапе я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск. По Звездным войнам Республики Командос. Друзья, если вам понравилось, все нужные кнопки под видео. Ну а с вами был Риван Владимирович. Спасибо и увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока.